В Днепре сегодня тоже неспокойно. На пикет у стен горсовета вышли активисты. Они требуют уволить бывшего беркутовца Андрея Ткаченко. На этой неделе, я напомню, мэр Днепра назначил его начальником муниципальной полиции. Но работать под его руководством хотят далеко не все. Уже ушли 12 человек. Почему, расскажут мои коллеги. Горсовет под усиленной охраной. Возле здания патрулируют полиция и сотрудники спецслужб. На акцию собралось около 200 человек. Активисты, участники Майдана, бойцы АТО. В руках плакаты. Главное требование – уволить нового начальника муниципальной полиции Андрея Ткаченко. Немедленная отставка бывшего беркутовца с должности главы муниципальной полиции. Это первое. Второе. Ликвидация самой муниципальной полиции как таковой, как, по сути, частной охранной структуры, которая существует за бюджетные деньги, то есть за наши с вами. И третье – это прозрачные конкурсы на назначение чиновников. Участники пикета заявляют, они против Ткаченко, потому что в конце октября 2013-го он, тогда командир Беркута, вместе с подчиненными, всего 150 человек, был откомандирован в Киев. Там нынешний начальник муниципальной полиции принимал участие в жестоком избиении участников Евромайдана. Я был на Грушевского 22 января. Я выносил тело первого Негояна и Жизневского из медпункта, когда в свое время на Институтской я вынес на 13 трупов. Я везде в этом был. Я не могу это терпеть, когда у нас в городе такое происходит. Не должен человек, подобный ему, занимать такую должность. Объясниться с пикетчиками вышел сам Ткаченко. С первых же минут разговор происходил на повышенных тонах. Собравшихся Ткаченко заверил, днепропетровский Беркут не участвовал в силовых акциях на Майдане, поэтому уходить с должности не собирается. И когда был разгон на площади независимости, мы находились в резерве. Потом банковая в резерве. Когда была институтская 18 числа, на 17 вместе с одесским Беркутом отправили на футбол. Скандал вокруг экс-беркутовца продолжается уже неделю. Но несмотря на возмущение людей, менять свое решение мэр не собирается. Протестующие уверены, таким образом Борис Филатов хочет создать свой личный силовой блок, который будет прикрывать его коррупционные схемы. Борис Филатов хочет защитить те схемы, которые сегодня построены, воровские, для того, чтобы выстроить защиту между гражданским обществом, которое формируется, и собой. Поэтому, так как не может привлечь гражданское общество, он привлекает, соответственно, псевдоактивистов, провокаторов, жуликов и регионалов бывших. Ну и, соответственно, Беркут – это последняя капля, которую он привлек. Мэр Днепра сегодня на своей странице в Facebook написал, его задача сделать так, чтобы жители города не перебили друг друга. Именно этим и должен заниматься Ткаченко. Заканчивает пост Филатов словами: «Я удаляюсь из всех без исключения мессенджеров и фейсбуков минимум на месяц». Однако уже днем в интернете появилась информация, бизнесмен Корбан и мэр якобы поспорили, что Филатов проведет месяц без социальных сетей. Если продержится, то выиграет $5000. Виктор Ткачук, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Днепр.